На Колыме стартовала акция «Добрая память». Организовали ее в рамках регионального проекта «Социальная активность» нацпроекта образования благодаря Министерству внутренней информационной и молодежной политики Магаданской области. Волонтеры убирают территорию памятных мест, а после слушают исторические лекции. Участвуют уже более 40 добровольцев. При поддержке молодежного центра более 20 волонтеров очистили от снега и мусора территорию аллеи памяти ветеранов Великой Отечественной войны в Магадане. Завершат акцию 9 мая, День Победы.